А я действительно родилась в Советском Союзе, в Советской Москве, как вы сказали. Я жила в коммунальной квартире, как только родилась. Я плохо помню это время. Я помню это время по рассказам моей мамы. Я думаю, что это больше вопрос к предыдущему поколению, так, к поколению моих родителей, потому что они это больше помнят. Я помню просто какие-то детские воспоминания. Но я вижу огромные изменения, конечно, произошли в капиталистической Москве. Я даже каждый раз, когда сейчас приезжаю, каждые там несколько месяцев, я вижу, что Москва меняется к лучшему и к лучшему.